Привет! Вы на канале Чудики. И сегодня мы идем в школу. Я взбиять. Ну, Диди, где она? Ну, смотри, сейчас она выйдет с какой-нибудь стороны. Оттуда или оттуда. Встретились, дождались. Дима дождался? Ой-ой-ой, не падай. Не падай, там грязно, вставай. О, кто там у вас так кричит-то? Это шестиклассник. Дима шел, встречал тебя, ждал. Ну что, как? Жив. Жив? Вроде бы. Все, новенького расскажи нам. Ничего. Ну что, какой-то расстроенный. Я уставший. Домой, может, поедем тогда? Нет. Мы пойдем в кафе. Помпон Дима оторвал. Я не чили свою шапку. Да, я чили. Дай мне душу, Алё. Какую душу тебе дать? За конфеты, да. Душу готов за конфеты отдать? Да. Вот так. Я нет. Нет. Да. Что, Валентинке-то завтра можно принести? Можно, можно. Какая информация? Биологию отдала? Да, отдала. Спросила про домашку, это просто учить домашку. Просто учить? Да. То есть писать ничего не надо, писать, да? Ничего не надо. Все. Будет самостоятельная какая-то? Ой, там Саша. А тебе Карабас помогал? Помогал. Дима мне в тетради Карабаса нарисовал. Ну, не в, которая черновик. Ну, это чтобы он тебе помогал. Мимо там, чего мы проходим? Можно тебя? Говори. Там вообще пельменем пахнет. Пельменем? Да. Там пельменями пахнет, что ли? Вам мне показался этот червяк. Боже мой. Правда, похоже на этот червяк. Пахчево цепенение. Замерзший червяк. Проходим дальше, пожалуйста. Мимо. Вспоминаем, как мы сюда ходили каждое утро. Сюда мы провожали тебя. Да не пахнет там пельменем. Что ты пристал с пельменями? Че, скучаешь, Диан? Да, немного. Чуть-чуть хочется? Да. Дима, что тебя смех разобрал, а? Да не я. Со здрасте, мордасте. Все, сейчас будет не остановить Дмитрия. Пойдем домой тогда. Нет, не меня. Дима, мы сейчас пойдем домой, если ты не прекратишь. Дим, ты идешь с нами или нет? Мама, 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 я только сейчас поняла, что это кафе, в которое я даже хотела попасть 1000 лет. Это будет сюрприз. Да, я давай ручку. Ты закрываешь, да? Ребята, закрывайте глаза. Так, ребята закрыли глаза. Та-дам! Это вот. Диана, тут есть корейские сэндвичи какие-то. Да. Грибы ноки их хотела. Да, я хотела грибы ноки. Я хотела себе корн-дог. Хочу себе классический спри такой вот. Там, и там должен быть, я хочу себе классический. Рапопоки-то, рапопоки-то мы с тобой делали такие. Да, да, да. Диане принесли перчатки. Тут стоит нереальная очередь. Это что за пирожок, Лен? Не знаю, рыбка какая-то. Рыбка какая-то. Сейчас попробуем. Это, наверное, надо было вырезать вот так вот. А, это типа так? Ну, это же все, в принципе, тесто. Давай кусай. Вот это она. Пирожок с заварным хреном. Вафля. Вафля? Вкусно. Вкусно? Да. Нам принесли вот такой вот бабл ти. Вот это вот классненький. Ты такой хотела? С какими-то шняшками сверху. Это что такое? Ты хоть знаешь, нет? Нет. Ну, давай попробуем. Давай, дай. Ну-ка. Что это? Что-то вкусное. Вкусное? Что это такое? Не знаю. Что-то рисовое. Да? И липкое. Да, сейчас я еще сниму свой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь. Подписывайтесь на Дианин телеграм-канал. Да.
онлайн-новости всегда у Дианы в телеграм-канале. И смотрите, что телефон жирный, это Дима картошкой фри его запачкал. А это корн-дог с картошкой фри. А внутри моцарелла должна быть. Сейчас будем пробовать. Так, дайте я сейчас сниму. Внутри-то прямо моцарелла. Да, а это горчица. А розовая — это горчица, Диана говорит. Ну и как, острая? Нет. Нормально? Вкусно. Вот это вот кетчуп, а это горчица. Покупаю вкусы. А это грибы, ребята, не поверите. Это грибы Диана себе заказала. Очень странное зрелище. А, ребята, покупаю курс по учению есть палочками. Ну что, ребята, как вам кафе-то в итоге? Я не знаю, что там у нас получилось по съемке, потому что там постоянно играла музыка, много народу, много шумов. И там стоял картонкой с дядей. И там картонка с дядей стоял, который Диме очень понравился. Ну как тебе еда, как этот популярный... Ой, ну подожди, от света какой-то идет. Понравилось? Да. Что было вкусным? Корм-дог был вкусный. Все было вкусное. А мне вот эта вафелька понравилась. Мне тоже понравилось. Грибы были интересные. Необычные. Необычные, но второй раз я не выхожу их. Диме понравилась картошка. Крошка-картошка. Вот, я бы в следующий раз взяла суши себе. Да. Взяла бы снова этот корн-дог, но, наверное, уже другой. Там сплошной сыр, моцарелла в нем. Прямо. Вот смотри, какой стоял. Птички щебечут. Вот, я бы в следующий раз взяла еще такой, там был бутерброд по-корейски, там крем, тост и клубника. Угу. В следующий раз я вот такой возьму. Отлично. Отлично. То есть нам еще есть зачем сюда приходить. Да. В следующий раз мы возьмем с собой, чтобы показать это все дома. Пойдем, давай. Это, кстати, популярная сеть. Пойдем, это очень популярная. Я туда так давно по России. Хотела. Это франшиза, да, такие кафе или бистро это называется. Их очень много в Питере, в Москве. В общем, я давно будем мечтала пробовать. Туда попасть. Отлично, мечты сбываются. И вот он открылся у нас в городе, я так счастлива. Счастливо. Да. Пошли счастливо делать уроки, счастливые такие. Пошли. Вы мои.